приехал, вот видишь, куда вот эта химия сюда. Медицинские инструменты на улице валяются. Красота. Нету. Не дали еще, да? Большой привет всем зрителям, особенно подписчикам канала. Мы посетим людей в Зачатовке. Это место находится недалеко от линии фронта. Здесь нет магазинов, нет транспорта. Раздадим им новые летние халатики и продуктовые наборы. А где она живет? Ой. А где ваш дом? Вот, вот. Ух ты. Да. А вас не было здесь, когда мы приезжали, да? Мы первый раз вас видим. Да. Но нас не... Ну, была я. Я зиму у дочки была. А дочь... когда вы вернулись? Я вернулась 21 мая. Вот. Нас здесь не было. Это я сейчас была. Мы были раньше на Пасху. На огороде, да. А уехала в октябре. А как вас зовут? Матрёна Даниловна. Матрёна Даниловна. А где же вы теперь живете? Покажите нам? Покажу. Пойдемте. Ой, только... наборчик бери. Дождь прошёл, и я не могу сюда. Возвращаются люди. Да. А возвращаться некуда. Вы на лето вернулись, да, Матрёна Даниловна? Да. На лето, да? На лето. Собака на лето. Не кусается, нет? Вон. А, вы не шатаете. Мне стыдно, что так у нас. Ничего, ничего. Це ви так фотографируєте, скажуть, баба не поприбирала. Нічого, ви ж не знали, що ми приїдемо. А тут так хоч і ви знали, так що я можу зробити? А тут я живу. Ось цвітами. Тут цвіточки, дуже красиві цвіти у вас. Цвіти тут. Цвіти, звісно, красиві. Ось тут я сплю. Ось там їсти готовлю. Спасибо сусіду, провів мені світ. А через вікно. Ось так провів. Свет ну, теперь себя. Есть, да? А не холодно здесь? Нет. Нормально? Нормально. А что это есть? Это... это у нас пристройка, кочегарка. Пристройка. У нас коровое отопление было. Дом у нас хороший был. Все в доме было. А теперь кто раз забрали, что растянули, что отдала так, что продала. В общем, вот так. Жалко, так, конечно. Ничего, а ну, меряйте. Ну, давайте вам наборчик продуктовый. Давайте. И халатик примерим. Давай на кухню. Там же кухня? Да, на кухне. На кухне поставим вам там. Тут кухня. Ну, поможем. Поярче расцветка, да? Поярче, да. Говорит, мне поярче. Вот это ярко, да. О, красота. Спасибо. Пожалуйста. Матрёна. Даниловна. Даниловна, жаль, конечно, очень жаль, что так с домом у вас. Я тут проработала 50 лет фельдшером. А я и смотрю, у вас медицинские инструменты на улице валяются. Фельдшером, ну, меня и может, тут уже 30 год не работаю. Фельдшер местный, да? Да, местный доктор. Местный доктор. До доктора пришли, сходили, то так. Ну, молодцы. А вот теперь вот так вот. Матрёна Даниловна говорит, что здесь нет транспорта вообще. Да. Если куда-то нужно выехать, это только нанимать. Да. Вот такая здесь ситуация. 2000 надо. Я сюда 2000, приехала, просто выехала. Мне 2000 заплатила дочка. Ой-ой-ой. И все. Ну, ничего, хорошо. А как паспорта хорошо. Или документы, как делать тогда? Ну, я не знаю, я буду волноваться. Тут у нас одна делает на вокзале бесплатно. О, молодец, не знаю, тільки може мені, мене... А на вокзалі здесь, да? Здесь є вокзал? Да, є вокзал, працюють. Вокзал є, але електрички не ходять. Да, електрички не ходять. Матрёна Даниловна, ну ви молодець, я смотрю, держитесь. Та нічого, держуся, держуся. Держитесь. Як буде, так і буде. Спасибо. Ну, до свидання вам. Я теж, до свидання. До свидання. Хожу, провідую. О, можна так стріляти, воно те, що зробили. Це осколками. Осколками посекло. Вода є. Колонки, да? Є, так. Да. Григорович, вспомнили? А сестра ж в Москві її бачила. Хорошо. Да. Это она хорошо. Вроде видела. Проходите. Какая красота у вас.
Как ваше здоровье, дядь Володь? Так как, вот приехал, вот видишь куда, вот эта химия сюда. Вот это все, уже некуда колоть. Сколько, я уже не знаю. Это вам сейчас спасибо. Химиотерапию проводят, да? Да, да. Болеет и лучевую 10 сеансов провел. Тетя Нина, халатик отлично подошел. Спасибо. И наборчики продуктовые передали. Да. Здоровья вам. Проходите. Иди ну, в коридоре, вам ну, хотя бы на кухню чуть-чуть. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Вам, да, да. А тот раз вы были, нас даже в Москве видели. Большое. Да, большое спасибо, что... Пожалуйста. А раз все равно тут беспокойно стреляют, стреляют, да, каждый день так стреляют. А вообще. Сегодня тихо, ну так, чуть-чуть. Не, сбивали. И в 10 часов где-то перед обедом. Мы было. Слышали хлопок, но он не сильный был. Так, да, где вы здесь? Далеко, да, мы здесь уже здесь были. Дедушке да? Полегче да. Немножко. Так хоть сейчас аппетит будет. Спасибо большое, тетя Нина, спасибо. Спасибо вам, ребята, что вы нас не забываете. Да. Спасибо. До свидания, дядя Володь. До свидания. Бабушку увезли в больницу и наборчик передадут. Завтра они приедут. Спасибо. Хорошо. А как вас зовут? Вада. Варвара? Вада, Вада, Валентина. А, Валя, Валентина, тетя Валя. Это муж у вас, да? Здравствуйте. А я вот вас помню, а жену нет. Первый раз была, меня не было дома. Вот почему. Я вас не запомнила, да? Спасибо. Это вам, но вы по очереди, да. Сам возьмет. Они очень тяжелые. Это будет 20 килограмм, если сам возьмет. Бери, да. Это тоже нам, да? Да, да, да. Один набор, это два пакета. Бог помогает. Спасибо. Что вы нас не забываете. Пожалуйста. До свидания вам. До свидания. Здравствуйте. Здравствуйте. А жена ваша дома? Вот дома. Ходи. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы опять нас со съемкой. А, я вас помню. Конечно, да. Мы там снимались. У вас разбит дом, и вы живете в другом, правильно? Да, да, да. Наш давайте дом... тогда наборчики сразу вам занесут. Мы... Ну, хоть вы на фоне там белья. Ничего страшного, ничего страшного. А мы вам привезли еще халатик. Это? Тетя Люба и дядя Сережа. А ну, чуть, спасибо. Да, до свидания вам. Что вы нас не забываете. Пожалуйста. Заезжаете. Иди, спасибо, Сережа, до свидания. Передаем привет всем своим родным в Крым. Поздравляем с наступающим днем рождения. Хорошо. Сестру, мужа. Хорошо. Поздравляю. Все, вам привет и поздравления. Спасибо. До свидания. До свидания. Ну, когда одеваешь нормально, и пуговички. А как вас зовут? Валя. Валентина Алексеевна. А вас? Светлана. Светлана и чуть Валя. Как раз снимите, я еще... Как раз? Да, я. Наборчик тогда сразу вам отдадим. Какой? Это два. Это оба, да? Вам спасибо Богу, спасибо, что вы есть, помогаете нам. Пожалуйста. Все, подобрали? А наборчик вам? Нету. Не дали еще, да? Все. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Большое. Да, до свидания. Спасибо, спасибо. Тетя Ира. Халатик подобрали, наборчик передаем. Ой, да. Спасибо. Всего хорошего вам, тетя Ира. До свидания. Большое вам спасибо. Пожалуйста. Приезжайте еще. Спасибо. Еще дитя. Здравствуйте. Да. Похож на папу. Здравствуйте, тетя Надя. Как у вас дела? Да уже ж привыкаем. Привыкаете уже, да? Ну что, куда деваться? Так а жизнь. Мы халатик вам привезли. Да, 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 мой размер. Ваш, да? Да, да, я вижу. Будет погода. Ну, хорошо. Да, буду по улице ходить. Хорошо. Наборчики. Вот там у вас два наборчика поставили. Спасибо. Да, продуктовые. Спасибо, пожалуйста. Я туда ложу, что и иду. Угу. Переношу. Новая девочка у вас, да? Нет, и она уже приезжала. Она первый раз. Иди за пол. Мальчик этого не было, другой мальчик был. Тетя Надь, да? До свидания вам. Счастливо, спасибо вам большое. Пожалуйста, всего хорошего. Здравствуйте, тетя Наташа. Здравствуйте. Да. Сами девчата. Помните уже нас, да? А? Помните нас? Ну, а что мы не помним? Ну, хорошо, подойдет вас? Хоть вы нам помните. У нас халатики новые, летние. Ой, нам надо халатики, сарафанчики. Да. И наборчик сразу давайте, вам занесут. Занесу, давайте. По-моему, да, отлично. Ну, иди, пошли, отлично будет. Завтра один. Да.
До свидания, тетя Наташа. Да. Спасибо большое. Пожалуйста. До свидания. Здравствуйте. Мы уже шаганы, мы же уже знакомы, я знаю. И дедушку звать. Тетя Люба и дядь Толя, да? Звать его, да? Да. А детки вот, внуки? А нет, это просто знакомые. А мы их не видели здесь, они местные, да? Они приехали с этого, с Красной Поляны, бо ездили в Розовку, а там же бомбежка сегодня. Так они бегом сюда, бо и у них там госпиталь, говорю, тоже страшно. Как тебя зовут? Как? Сонька. Сонька? Сонька, тебе сколько годиков? 7. 7 уже? Ты большая такая? Угу. Молодец. О, здравствуйте, дядь Толь. Здравствуйте. Много нас, да? Да. Это ж хорошо. Наборчики передали. Сколько лет Сонечке? Соня? Да. Я не знаю, это девочка. Не знаете? Друга моего. Она говорит 7 лет. Не 7 лет, ей 4-5 максимум. 4 годика ей, да. Да. Это чтобы они там не стреляли, так они убежали оттуда. Как у вас дела здесь, дядь Толь? Нормально. Нормально, ну хорошо. Вроде бы ничего не боялись, ну, стрельнут где-то. А сегодня что-то под... Ну, не передавали в Розовке. Розовка 18 километров отсюда. Пропали в больницу. Там люди погибли. Большая или поменьше, как вы сказали? Да, мне не понравилось это. Вот Кучевская. Спасибо большое. Пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста, до свидания вам. Всего хорошего. Приезжайте еще. Спасибо. Удачи вам. Юля, может быть, кто-то уже помнит. Дом у них разрушен, и двое детей у него. Мы халатик и два наборчика передаем. Спасибо. Пожалуйста, еще мама у Юли, мы халатик тоже передадим. И наборчик маме тоже передадим, у мамы тоже разрушен дом. Юля, не смущайтесь камеры. Не успеваю снять. Ну ладно. Спасибо, говорили. Спасибо за кадром. Большое. Пожалуйста. Всего хорошего вам, Юля. До свидания. До свидания. Да. Двое детей, Арина и Женек. Женек, как у тебя дела? Все нормально. Он так всегда говорит. Все нормально. Ну хорошо. Спасибо всем, кто принимает участие в этом добром, замечательном деле. И я очень желаю, чтобы у вас было все хорошо. Красиво. Лидия? Вы с мужем, да? С мужем, да. А как его зовут? Николай. Николай. Он ушел, ждем. Дядь Кольк, здравствуйте. Здравствуйте. Наборчики вам продуктовые. Спасибо. Спасибо. Одним пальцем не. Да. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо вам большое. Сейчас Игорь выйдет. Не забывайте нас. Пожалуйста. И сейчас еще должны подойти, да? Да? Все, до свидания вам. До свидания. Здравствуйте. Меня в Германии внучка видала, когда вы первый раз. Привет ей передайте. Лиза, привет. Соня, Таня невестка, Леша. Все нормально. Дом отремонтировали. Удачи вам там. Сынок, думаю, встретимся. Ну вот и хорошо. Вы первый раз, когда снимали, позвонили, мы вас видели. Привет, Филипп Иванович. Спасибо. А так, воды связи не было, не знаю. Да, у меня тоже с этим одним вообще связи нет. Здравствуйте. Здравствуйте. Лена. Ага. Тетя Лена. Да. Тетя Лен. Да. Да, халатик. Давайте по размеру халатик надо примерим. Подобрать? Да, подобрать. Мы в зачатовке. Ага. Да, отлично. Отлично. Так. И наборчики вам продуктовые. Спасибо. Я не буду снимать уже. Да, вот. Вы не снимайте. Не-не-нет, лучше помочь. Приветик передаю своим деткам, внучатам всем. Там они в Германии. Они. Хорошо. Все. Может там это самое. Спасибо вам большое. Пожалуйста, чтобы только вы на меня смотрите. Чтобы успокоитесь про нас. Спасибо вам большое. Да. До свидания. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте вы халатик померим. Это бабушку омолодить вы решили. По-моему, отлично, да? Да. Да. За 70. И наборчик продуктовый. Да, под 80. Да. Отнесет на крылечко. Всего хорошего вам. Идем. В таком наряде. Это мои учительницы. До свидания вам. Спасибо, деточка. Дай вам здоровья. Спасибо и вам. Ваша, и пожалуйста. Благодарю также тех, кто поддерживает меня лично. Я вам очень признательна. Спасибо вам большое. И всем пока-пока.